Недавно мы рассказывали об открытии нового корпуса в 41-м детском саду, расположенный в поселке Совхозном прибрежного сельского поселения. К счастью, такое же радостное событие состоялось и в Славянском 17-м детском саду. Подробности об этом в репортаже, который открывает наш сегодняшний выпуск новостей. В нашем муниципалитете снова прибавились отличные места для малышей. Решение этой проблемы администрация Славянского района при содействии краевых властей находит в том числе в расширении уже имеющихся дошкольных образовательных учреждений. Дождливая погода не смогла помешать празднику в Славянском 17-м детском саду. В рамках реализации национального проекта «Демография» здесь был построен новый корпус на 40 дополнительных мест. В торжественном открытии важного социального объекта приняли участие глава Славянского района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко. И мы действительно открываем с вами новые объекты. Сегодня это детский сад на 40 мест, именно ясельные группы, потому что район нуждается именно в ясельных группах. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие. Спасибо моим замам, спасибо вот сотрудникам управления образования, спасибо сотрудникам управления строительством, спасибо подрядчикам. Ни один объект не давался легко. Мы много раз сюда приезжали, проводили планерки, совещания. Будет уютно, хорошо и дай Бог всем мира, добра, благополучия и здоровья. Большой вклад в строительство этого корпуса внесли городские власти. Глава Славянска на Кубани Александр Берсенев поздравил собравшихся с открытием. Вот этот второй дом для наших детей должен стать образцовым, потому что все здесь есть, уютный, красивый. Вообще даже вот заходишь и радует глаз. Дай Бог, чтобы оно было у нас каждый год, такие строились садики. В новом здании разместились ясельные группы, возраст ребят от 1,5 до 3 лет. Для таких юных воспитанников здесь предусмотрено все необходимое. Манежи и кроватки, игровое оборудование для занятий, яркая и удобная мебель. Сбылась моя мечта. Все произошло так, как именно я мечтала. Спасибо администрации, края, города, района. Мы счастливы принимать малышей, деток дошкольного возраста, воспитывать им. Их коллектив сохранился у нас на период стройки полностью. То есть у нас качественное воспитание деток происходит. Ну и у нас самые лучшие родители. В детском саду высококвалифицированные сотрудники. Есть опытные, есть и молодые, но вполне перспективные. Все они разделяют радость по поводу состоявшегося открытия. Мы очень благодарны за этот прекрасный подарок, который является счастьем для всех мам, для всех детей, которые будут приходить сюда с большим удовольствием, будут развиваться, набираться всего самого хорошего, доброты, чего-то будут учиться. И я очень надеюсь, что наш педагогический коллектив в этом поможет им. Я видела прекрасную мебель, которая может расставляться, соединяться вновь. Там прекрасные игрушки, которые позволят ребенку развиваться в том необходимом темпе, который будет позволять его возраст. Я думаю, что каждый ребенок будет счастлив приходить к нам, потому что у нас все есть самое современное для их будущего развития. Вместе с открывшимся корпусом у садика появились и новые игровые веранды для каждой группы. Пребывание здесь детей стало еще более комфортным и безопасным. Родители воспитанников детсада могут сказать только самое хорошее об этом учреждении образования. Скажу, наверное, от всех родителей, что мы очень счастливы, что открылся садик наконец-то. Так долго ждали. Дети тоже очень хотели в садик. И даже сейчас никто не плачет. Все идут в садик, и красивая площадка. Все очень нравится. Все красиво, уютно. Группы хорошие, и кроватки. Все очень нравится. Мы сюда ходим с радостью, с счастьем. Детский сад в настоящее время работает в обычном режиме. Близится к завершению комплектования 2 ясельных групп по 20 малышей в каждой. И это хорошая возможность для родителей, чтобы выйти на работу, зная, что их дети находятся в прекрасных условиях и ими занимаются лучшие воспитатели. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».